Небо и земля, конечно. Что раньше было, допустим, да, вот это все ободранное, вот это все не понять чего, и что сейчас какая красота. Теперь вокруг своей высотки местные жители готовы экскурсии водить и исполнить давнюю мечту. Привести цоколь и фасад здания в надлежащий вид помогла победа на городском конкурсе социально значимых проектов. ТСЖ «Приссорье» получила денежный грант – более 400 тысяч рублей. Еще около 300 тысяч взяли со спецсчета на капремонт. Сделано был фасад, входная группа, первый этаж. И, как вы видите, удлинен крыльцо, навес, козырек, крыльцо плиткой выложено. И еще две подвальные группы и две входные группы магазина. Бригада строителей за полтора месяца выполнила весь запланированный фронт работы. И все это время за ходом ремонта наблюдал народный контроль. Так здесь называют пенсионерский актив. Ну, поглядывали. Поглядывала, смотрели. Ну, бригада была очень хорошая, молодцы. Никаких перекуров, ничего. Начали делать, и прям вот любую стену берут они, да, и до конца. В этом году на конкурсе социально значимых проектов победили 46 из 67 представленных жителями заявок. Из городского бюджета на их реализацию было выделено 18 миллионов рублей. Это проекты, которые важны и значимы для людей. А это что у нас вот в первую очередь, даже мы видим по практике? Это устройство, обустройство детских игровых площадок. В этом году очень много проектов по содержанию жилищного фонда МКД. Это и ремонт крыш, ремонт входных групп, ремонт цоколя, ремонт отмостки. Также ремонт внутридворовой территории, асфальтировка. Во дворе 124-го дома по проспекту Строителя благодаря городскому конкурсу социально значимых проектов появилась новая детская площадка. Нам просто повезло, можно сказать. Мы выиграли грант, вот, 500 тысяч рублей. И да, заключили договора, короче, сам этот, на 870, из них 370 мы сами, вот, и 500 тысяч они нам. Вот, вот сделали мы красивую детскую площадку. Вроде всем нравится. Детей очень много, вот, особенно вечером. На сегодняшний день большинство проектов уже реализованы. 10 еще находятся в работе. Грантовая поддержка социальных инициатив горожан реализуется в Пензе уже 4-й год. Будет ли проводиться конкурс в 2021-м, станет известно, когда примут бюджет областного центра.